О, привет, малыш. Тут безопасно медитировать. Нужно сосредоточиться. Эй, BD1. Я Кэл. Я в норме. Так, ищу кое-кого. Нет, не тебя. Мне нужен джедай, вроде как. Постой, ты знаешь, где джедай? Куда это ты? Эй, постой! Ты что, взломал ее? Спасибо. Вот хранилище, о котором говорила Цере. Там тот, кого я должен найти. Чувствую, там что-то есть. Вот это жучище. Он искал яйца богликов, но стая дала отпор. Здесь не пройти. Вот что BD1 имел в виду. Ладно, стоило тебя послушаться.
есть идеи? Надо как-то преодолеть это пространство. По тросу? Вау! Ты знал, что это сработает? В смысле нет? Я понял, но мне бы хотелось тут кое-что осмотреть. Судя по виду, воняет это существо похлеще гриза. Тут заперто. Осторожнее там. Выглядит опасно. Тут прямо как на свалке. Держись, дядя, я иду. Тот, кто здесь жил, обустроил внутри склад для еды и припасов.